В подземном переходе мне купить предложил. Я стремался, но купил. Домой пришел и закрутил. Фиджет спиннер, фиджет спиннер, фиджет спиннер, фиджет спиннер. Так вращается мой... Слушайте, но это самые наши масштабные съемки. Вот что хотел бы рассказать. Самые масштабные съемки, даже на фотоаппарате бэкстейджа есть микрофон. Такого масштаба еще никогда у нас не было. Причем фотоаппарат Sony Alpha. Это вообще просто. Пять клипов, пять разных треков на одну и ту же тему. Точнее, пять одинаковых треков по-разному звучащих. Ребята, это будет что-то. Фиджет спиннер, фиджет спиннер, фиджет спиннер. Вращается мой спиннер, фиджет спиннер, фиджет спиннер, фиджет спиннер, фиджет спиннер. Так вращается мой. Почему он не откусывался, расскажи нам. Потом упаковочка остается, и она в рот лезет, и поэтому я как бы начинаю изворачиваться, и у меня все летит изо рта. Короче, он обсасывает упаковку просто. Это очень сложно, правильно и красиво кусать. Я научился, теперь я профессионал, и я могу выкусить. Я бы зашел, моя рука, видишь мою руку? Мне сейчас очень тяжело, но я готов тебе показать. Привет, Денчик. Как мои дела? Мы снимаем ролик приуныл, потому что 5 утра, и мы немножко приуныли, никому играть не надо. Прямо поменяли образы, попадать. Саша вышел в том, что пришел сюда. В том, что он пришел. Все, меня в голове. Фиджет спиннер, фиджет спиннер, фиджет спиннер, фиджет спиннер. Фр-фр-фр-фр-фр. Так вращается мой спиннер. Фиджет спиннер, фиджет спиннер, фиджет спиннер, фиджет спиннер. Вчера были волосы до пупа, сегодня вот такие, и вот они там. Так это не с головы, это со спины, это что? Ну так я и говорю, на спине были до пупа. Не дери только. Хотя вот и седой волос просто, он отсвечивает. Это седой волос просто! Нет, вот, видишь, у него седой волос, он прям отсвечивает. Только не... Да именно он. Не-не-не, это была это точечка была. Да нет, там не было. Можете выдернуть? Не-не-не. Седой, один седой. Да? Нет, нельзя. 10 придут. Ну можно, только ответы, только ответы. Чтобы не приходили. Чтобы я нежный просто. Спасибо всей большой команде нашего общего дела. Все проявили большое терпение, серьезную работу проделали. А самое большое спасибо человеку, который снимал бэкстейдж. Он красавчик. Смотрите это видео на наши 5 клипов на YouTube и голосуйте в комментариях, какой был лучше. Ну, а мы полетели домой, в нашу галактику под названием... Фиджет спиннер!